Региональное отделение «Справедливой России» определилось с новым лидером. Им стал Вячеслав Богдан. В последние несколько недель он исполнял обязанности председателя регионального совета эсеров. Прежний руководитель Алексей Канев написал заявление о сложении полномочий. Подробности у Евгения Ершова. Вячеслав Богдан – частный предприниматель. В «Справедливой России» с 2009 года занимал различные посты. В последнее время возглавлял Сыктывкарское городское отделение. Кандидатуру единогласно поддержали все 19 делегатов партийной конференции. Уже после официального утверждения в должности новый лидер рассказал о задачах, которые ставит перед собой. Планирую немножко поменять формат работы регионального отделения в той части, что... чтобы была постоянная и живая связь с муниципальными районами. Планирую вести активную деятельность в плане развития молодежной политики. И молодежь нужно привлекать к себе. Это то активное, что просто брыжет идеями, которое нам поможет поднять уровень и авторитет партии. Эсеры также отчитались о проделанной работе и наметили планы на будущее. За процессом следила куратор регионального отделения партии, вице-спикер Госдумы России Ольга Епифанова. Поскольку в Государственной Думе региональная неделя, у меня есть возможность приехать. Я здесь работаю 3 дня. А вот сегодня у нас чисто партийное мероприятие. Для партии это очень важно. Фактически сегодня избираются органы управления. Ольга Епифанова поддержала в намеченных ориентирах Вячеслава Богдана, отметив при этом, партия в республике находится в хорошем поступательном направлении. Евгений Ершов, Александра Головина, Павел Люлянмин, телеканал «Юрганс», Сыктывкар.